Сотрудница магазина Великобритании, эксперт по подбору ароматов, раскрыла главные ошибки при нанесении духов на тело. Первое. Хэппиняса. Рэйчел Хаус заявила, что не следует растирать парфюм между запястьями. Она объяснила, что это может привести к разрушению химических веществ, что, в свою очередь, станет причиной быстрого исчезновения аромата. Запястья так запрещены. Ага. Запомнила? Да. Ты и запиши целом, со своей памятью. Да. Второе. Помимо этого, продавец призвала отказаться от распыления духов на волосы. По ее словам, спирт, входящий в состав парфюмерии, спирт, интересно, может высушить пряди и сделать их ломкими. Так я, получается, вообще неправильно все делаю. То есть я и на запястье обычно растираю, и на волосы. И что там дальше еще? И три еще. Перед нанесением аромата на тело эксперт порекомендовала принимать душ и увлажнять кожу кремом или, внимание, вазелином. Ох, а ты, секундочку. А ты откуда знаешь слово вазелин? Что там произошло в жизни твоей? С парфюмом. Чего так долго? Принимала роды у собаки, говорят, нужен вазелин для этого. А такого не было. А у кошки там что там? Я пытаюсь себе алиби придумать. Давай. Все намного проще. Eu am citit undeva într-un articol că, într-adevăr, locurile pe unde se aplică parfumul trebuie mai întâi să ungi un pic cu vazelină, ci că acest lucru menține mai mult mirosul pe corp. Слушай, мне было бы очень странно, если, например, моя жена подошла ко мне и говорит: Дим, не дай мне, пожалуйста, вазелина. А почему твоя жена должна у тебя вазелин просить? Ну, а у кого? Ну, условно. В семье все общее. Вазелин в семье тоже общий. Любовница общая, любовник общий, все общее. А, так у вас работает. Но вот еще, если продолжать эту информацию, наиболее удачными местами для нанесения духов — это область на сгибе локтей и коленей. Вот на колени, на локтях. Я как-то слышал, а колени очень странно. А ты видишь, колени-то нюхать будет? В Авика, да, заходишь там, просто... да, и колени там намажу. Духами. Специалист отметил, что духи хорошо держатся на теплых поверхностях, коими является как раз упомянутый сейчас тело. Я понимаю, почему именно на колени, потому что мужчины будут падать к твоим ногам. У меня там тоже волос, по-моему. Да почему тут волос? Нужно побриться сначала вазелинчиком коленки. Не знаю, ребят. Вообще не так делайте все. У меня, например, с духами какие-то такие очень неприятные ассоциации, потому что в юношестве я получил какую-то психологическую травму. Дело в том, что я вот в юношество не обнимаюсь со своим отцом вообще. Потому что лет 16 я к нему подошел, я его обнял, а он так смотрит на меня: че, снова стырил мои духи, да? Поэтому вот как-то у меня... Еще одеколоны были такие, что прям запах был. Саша, ромашка, конечно.